Доброе утро! Меня зовут Иван Русских, и сегодня я расскажу, как защитить розы от болезней. Эти цветы – украшения любого сада, однако они подвержены различным заболеваниям. Если на листьях вы заметили черные пятна, то это марсония. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. У цветов, как и у человека, есть иммунитет и есть средства, чтобы его повысить. Для приготовления живительного раствора нам понадобится вода, нашатырный спирт и салициловая кислота. Не перепутайте ее с обыкновенным аспирином. Берем 25 мл 2% спиртового раствора салициловой кислоты и всю баночку вливаем в 5 литров воды. Для усиления нашего раствора необходимо прибавить одну почти полную столовую ложку нашатырного спирта, после чего раствор как следует перемешать. Закручиваем и накачиваем опрыскиватель. Отмечу, что смесь лучше всего готовить на открытом воздухе. Это лекарство для роз необходимо использовать в течение суток. Опрыскиваем как больные, так и здоровые растения. Этот раствор подойдет для обработки дельфиниумов, флоксов и других цветов. Также очень хорошо им обрабатывать яблони, груши, землянику. Не забывайте, что эту процедуру нельзя проводить под палящим солнцем. Желаю вам, чтобы процесс выращивания растений был для вас приятным, а результат радовал.